перебинтованный головой Максим Корниенко. Мяч у него из рук забирает Липовый. Несколько секунд остается на атаку у Донецка. У кого же все-таки? Ну это, друзья, это, конечно, смешно. И у нас овертайм. У нас снова овертайм, как и в матче против Трефла. Но то, что сейчас творилось на последних секундах, это было и драматично, и в то же время, наверное, как-то трагикомично. Ни одна из команд не сумела бросить по кольцу в заключительных секундах этого матча. Обе команды испортили по одной атаке. Это значит, что впереди у нас минимум 5 минут дополнительного времени, которые и дадут ответ на вопрос, кто же сегодня больше заслужил победу, у кого...